5 ноября Православная Церковь отмечает Дмитриевскую родительскую субботу. Каждый год Дмитриевская суббота выпадает на новый день, отсчет идет от Пасхи. В православии существует несколько особых дней в году, когда вспоминают усопших. Это поминальные родительские субботы. Самые крупные три – это Вселенская, Троицкая и Дмитриевская. В этот день принято вспоминать усопших родственников и попросить у них заступничества, помощи в решении проблем, совета в жизненных ситуациях. Друзья, если хотите получить больше информации, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Молитва на родительскую субботу. Святый великомученичек Христов Димитрия, предстоя со дерзновением небесному царю, и спроси у него прощения согрешений наших, и аеже избавитеся нам, окаянным, от всегубительные язвы, огня и вечная казнь. Моли благость его, еже ущедрите дом сей и храм наш, и спроси нам благодатное укрепление на дела благая, да благоугодная владыца нашему Христу Богу сдё творяще. Сподобимся молитвами твоими наследовать Царствие Небесное, и тому прославлять его, со Отцом и Святым Духом, во веки веков. Аминь.